Всем привет, с вами детский интернет-магазин Карапузов.com.ua. Меня зовут Грицкиев Самир, и в этом видео я хочу представить вам автокресло для новорожденного Britax Roamer Baby Safe iSize. Это обновленная версия одного из самых популярных автокресел группы 0+, Baby Safe, выполненная в соответствии с новейшим стандартом безопасности iSize. В нем можно перевозить малышей от самого рождения и до 15 месяцев. Помимо этой расцветки у модели есть и другие варианты, с которыми вы можете ознакомиться на нашем сайте karapuzov.com.ua. Ссылки в описании. Безопасность малыша обеспечивают глубокие мягкие боковины из пластика первичной обработки в сочетании с энергопоглощающим материалом пенополиэстиролом. Система защиты от боковых ударов SICT создает дополнительную амортизацию между дверью и автокреслом, существенно снижая риск травмирования ребенка при боковом столкновении. В автокресле малыш надежно фиксируется пятиточечными ремнями безопасности с мягкими накладками. Чтобы ослабить ремни, нажмите кнопку в передней части автокресла под обивкой. Натягиваются ремни с помощью ремешка спереди. Обязательно убедитесь, что ребенок надежно зафиксирован в автокресле. Особенностью автокресла Baby Safe iSize является регулируемый подголовник, который создает практически горизонтальное положение с помощью технологии LifeLED. Подголовник регулируется с помощью рычага, спрятанного под крышкой сзади автокресла. Таким образом создается удобное лежачее положение для новорожденного, а при поднятии подголовника положение становится более сидячим и в кресле появляется больше места для подросшего ребенка. Также есть вкладыш для новорожденного с мягкими вставками в подголовнике и вставками из пенополиэстирола в боковинах. Вкладыш убирается, когда малыш подрастет. Такое сочетание обеспечивает максимальный комфорт и безопасность ребенка на протяжении всего периода использования автокресла Baby Safe iSize. Удобная ручка для переноски регулируется в нескольких положениях с помощью кнопок по бокам. Вес автокресла всего 4,8 кг, его можно легко переносить вместе с ребенком. К ручке пристегнут солнцезащитный козырек с защитой от ультрафиолета UPF 50+. Козырек легко отстегивается от автокресла. Мягкий гипоаллергенный чехол легко снимается для стирки, без необходимости отсоединять ремни безопасности. Автокресло устанавливается в автомобиле исключительно против хода движения и крепится с помощью штатного ремня безопасности. Убедитесь, что ручка находится в вертикальном положении. Возьмите ремень безопасности и зафиксируйте его в замок. Поясной ремень проденьте в синее направляющее. Диагональный ремень заведите за спинку автокресла и также проденьте в синюю направляющую сзади. Убедитесь, что ремни нигде не перекручиваются. Подтяните их и проверьте надежность установки. И в завершении выкрутите пружину системы SICT со стороны, ближе расположенной к двери автомобиля. Также автокресло устанавливается на совместимые Isofix платформы Britax Roamer, Baby Safe iSize и Baby Safe iSize Flex. Платформы не входят в комплектацию автокресла и приобретаются отдельно. Britax Roamer Baby Safe iSize производится в Германии и сертифицирована по стандарту безопасности ECE R129. Имеет множество наград и высокие оценки безопасности по результатам проведенных краш-тестов, в том числе оценку GOOD от немецкого автоклуба ADAC. Это был обзор автокресла для новорожденного Britax Roamer Baby Safe iSize. Качество используемых материалов обеспечит вашего малыша безопасностью и комфортом, чтобы вы могли со спокойствием отправляться в поездки на любые расстояния. Если автокресло вас заинтересовало, то выбрать расцветку и заказать его вы можете на нашем сайте karapuzov.com.ua. Ссылки в описании. А с вами был детский интернет-магазин karapuzov.com.ua. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми получать новые полезные видео. Я вам желаю никогда не ошибаться с выбором. До скорых встреч, пока!